my Indian summer. Oh, my Indian summer. Были мы вот с Миланой, сейчас только приехали, еще даже не разделись. Глазами не хлопала. Тоже купила себе. Ну, как себе. Всем привет! Всем привет! Были мы вот с Миланой, сейчас только приехали, еще даже не разделись. Где мы были? В Фикс Прайсе? Милана что купила? Покажи, коробочка-то где? Коробочка-то где твоя? Милана купила ам-няма такого. Да. Еще не открыла? Нет. Открывай. Там был свитбокс такой. Там вот жевательная конфета, тутти-фрутти. И вот ам-ням. Ну-ка, открывай ам-ням. Я, конечно, тоже в Фикс Прайсе. Глазами не хлопала. Тоже купила себе. Ну, как себе. Кириллу. У Кирилла сделали фотографию в школе. Вот такую большую рамку. Надеюсь, она подойдет. Я еще не видела. Сейчас я возьму рамочку. Конечно, такая хлипенькая она. Но мне понравилось. Мама, открой ам-няма! Железом обделала. Я не найду ножниц. А тут и без ножниц. Вот, берешь и открываешь. Ой, какой классный. Ой, настоящий ам-ням. Ой, ам-нямчик. Хвостик какой. Ну, она такая специально сделала, как это. Сейчас померяем. Хвостик какой, ам-нямчик. Это ам-ням какой. Зубами. Вот такая вот у Кирюши фотография. Звездные войны. Ой, Звездные войны. Гарри Поттер, во. Гарри и Кирюша Поттер. Тут у нас стоит. Как раз рамочку мы угадали по размеру. Сейчас мы ее сюда запихнем. Конфетку мы не попробуем. Какая у меня на вкус? Не попробовали? Давай попробуем. Ну, попробуй. Еще сначала надо покушать, чтобы пробовать твою конфетку. Сначала кусочек скусим. Не до конца ее мучим. И сразу ее отрубим. Да. Нормально. Рамочка. Еще мы взяли набор вот таких вот вискозных салфеток. Тут 6 штук. Милана взяла вот такой вот листы для заметочек разноцветные. Они тут разных цветов. Такие всякие. Чуденькие. Взяла я тетрадки. У нас тут, в общем, 12 рублей тетрадки. Мам, они, наверное, мягкие. А, они тетрадки сейчас школьники. Мама, они мягкие. Листочки, да, мягкие. В общем, вот такие вот тетрадки. Клеточку тут и в линеечку. По 8 рублей. Такие жесткие обложки. Хорошие. Здесь таблица умножения, а на этих вот алфавит. Ну, конфетки Рома взяли. Будешь сосать? Буду. Блин, я думала мятные, а не лимонные больше. Лимонные, не мятные. Ну, чуть-чуть мяты что-то отдаю. Я только могу их высеть. Надо их сосать. А я не могу. Так, взяла себе Василия кошелек. 99. Но все кошельки мне уже порвали, ходить прям не с чем. Вот не было выхода. Больше я никуда не ходила. Магазин не видела нигде кошелька. Взяла вот такой. Воды! На столе вода. Вот это? Угу. С ложкой? Ну, я думаю, подойдет сюда. И карточки можно положить. Были белые, черные, красные. Белый. Не стал брать марки. Черный. Воды! Вон вода. Вот это? Черный тоже не стала брать. Да, вот это вода. Мама, где вода? Вот это, да. Вот это? Да. Вот это печь? Угу. Так вот с ложкой? Ложку вытащи. Так, сейчас быстро дальше расставим. Ведро для стирального порошка. Вот это вот мы взяли ведро. У меня стиральный порошок стоит в большом пакете, в 6-литровом.
постоянно без крышки, постоянно, блин, туда затекает вода в ванной, сырость всякая. Здесь я взяла ведро с крышкой для порошка, чтобы он не пах, не стоял. Вот закрыла его и удобно насыпать. Давай. И удобно насыпать даже еще. И вот такая вот штучка у меня есть тоже, насыпать порошочек. Еще взяла набор мочалок для посуды. Тут 4 штуки плюс 1. И они разных абразивностей. Разных абразивностей эти. В общем, вот такая вот мягенькая. Это прям уж вообще такая мягенькая. Хоть лицо три. Я, конечно, шучу. Это для посуды. Это вот крупная такая. Может, там что-нибудь на кафеле что-нибудь оттереть. Ну вот эти вот, это мельче, это вот уже крупнее идет. Там розовое есть. Это вот совсем тоже крупное, даже вот крупнее этой. Прямо вот они, как эти. Мама, розовая. И вот такая вот розовенькая. Это прям вот совсем нежные тарелочки тереть, так чистить. Она такая маленькая. Такая синтетическая какая-то вся. Пластиковая. Пластиковая, но мягенькая. В общем, вот такой. Где это сомнянчик? Вот и четырех губок. Сейчас я даже посмотрю. Мочалок для по. Набор мочалок для по. 50 рублей, в общем, стоит. А, чай тест. Захотелось мне попробовать вот такой вот Космополитен Парти. Чай Тесс. Будем пробовать, да, Милан? Что это за чай такой? Давай посмотрим, как он пахнет. Как он себя поведет. Я такой еще не брала. Ну, там всякие брала с лимонами, зеленые. Всякие. А такой еще и не брала. Даже. Посмотрим. Ой. Пахнет вкусно. А смотри, какая красота. Он, наверное, будет красненький. Вот такой вот прозрачный пакетик. Там разноцветный волосок. Да. И тут прям кусочки. Пахнет очень вкусно. Будем пробовать туда чай. Да, вот мне тут не вкусно. Вот, понюхай тут. Слишком вкусно. 20 пакетиков. 20 пакетиков. Будем пробовать. Так, чего мы еще купили? Это вот какой-то коктейль с мороженым. Это я себе купила. Милана себе купила. Большая кружка. Он даже без трубочки был, да? Без трубочки был? Да, он без трубочки. Ну все, на этом все. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Да. Ставьте лайки.